Спасибо. Сигнатуры снизу на сферу. Врезаешь. Один раз не забывай. Все, погнали. Врываемся в череп. Нажимаешь один раз, не два. Танки, танки, давайте. Все, разбежались. Возле сферы, внизу, последний. Видите, у кого мана не хватает. Тридцать секунд. У меня вылетело интернет, меня Китальфа нет, имейте в виду. Халло, рули. Слышно меня было? Да, Да. слышно. 15 секунд. 10. Пять, четыре, три, две. Одна. Тридцать секунд. Десять секунд. Пять секунд. Две. Одна. Выбирай.
Кто-нибудь командуете, а то пивбара нет. Бегайте. Подходите. Так они идут. Дракона не бежал. Драконидов добейте. Лестники на лестнице справа. Все. Имидж лут перекинулся? Да нет, конечно. Ну, можно, наверное, пересобрать, выйти. Кроме пивбара, кто-нибудь логи писал? У меня вот не пишут. Отлично. Не надо мне писать, Влад, что на мне лут. Он сейчас только поменялся на меня. До этого он не был. Лут пивбара. В любом случае. Я его не могу забирать. Так вы босса убили? Да, босс валяется с лутом, с твоим. Сейчас попытаюсь. Погнать эти все, кто там с бафами. Не надо терять просто так. Обходить, конечно, конечно.
Сейчас бы мисс кликнуть. И GK из рейда удалить. Угу, понимаю. GK не нужны. Все как нужны. Я смотрю, тут у всех ассист. Как-то это нездорово. Сейчас все друг друга будут кидать. Так, я тут. Заходите. Продолжим как-нибудь. Сейчас, то, что драконы остались, это был баг или что? Или так и должно? Еще раз. Драконы остались, они должны были убежать. Не, у нас там штуки 3-4 осталось. Ну, возможно, это в пределах нормы. Так, халло, если что, ты дальше релишь. Я как бы пока здесь могу, в любой момент, понятное дело, могу отлететь. ГФПП, пейте. Всем. Берем ГФПП. Так, Трабла здесь хилит. Найтмэйр, Лунтик, уже бегу на ваху. Ну и, пожалуй, хватит. Да, ребят, начал гоблина снова ёбнуть. Кстати, да. Нормально выпили. Это мы зря сделали. Не огнем что-нибудь сядешь? Ну, бомбу огненные, конечно. Так, давайте, давайте на звездочку. Ну, застанете их. Есть запасные ГФПП, уже бегут рейд, если нету совсем. Но потом, когда убьем их. У тебя 39 штук с собой. А, все, сейчас вылетаем, врываемся в гоблинов, погнали. Всего погнали. 6. По обеим сторонам они.
Имидж бегаешь, лут собираешь. С драконом никто не разговаривает. Отпиваемся. Алло, рекун даем на бой? Не сразу. Скажи, как сделать, Халу. Встаем все вот сюда. Вот я стою, вообще все. И кастеры, и милики все. В одну точку все прям. Максимально близко друг к другу. GK в одну точку, в смысле, значит, в одну точку. Все, расставляем здесь тотемы, и, собственно, можно разговаривать. По большому счету. Ты варам объясни, они тебя спрашивали, когда прожиматься. Так же, как в прошлый раз, через 3 секунды. Че, я скажу, я озвучу. По команде Хало, значит, врываемся. Бомбу уносим налево, на максимальную, вон там, прям в угол, вот куда звездочка пошла, вот прям ушли туда с бомбой. Унесли. За агро смотрите, да. Престов надо раскинуть попать. Обязательно. Конечно, обязательно, они будут хилить только одним сплом. Ну, те, кто не на танке, соответственно. ВФ или на минус агро тотема? Наверное, на минус агро. Не-не-не, с ВФ, но мы врываемся не сразу. То есть пока, ну, по команде. Через секунды 3-4. Шамана, тогда ВФ давайте. Ну, в восьмой не надо ВФ. Ну да. В восьмой можно минус агро, да. Хорошо. Так, ну, закинул престов, но они, естественно, не все смогут захиливать, поэтому шаманы все равно по своим группам заливают в любом случае. Мы стартуем, нет? Все готовы? Давайте, давайте стартуем. По команде Хало начинаем дамажить. Как слетит ГФППшка, пробиваем следующую. Да, кстати, это забыл. Надо будет, чтобы кто-нибудь сказал об этом, потому что я забуду. У меня есть таймер, но я не уверен, точно ли он. Озвучу, когда будет 3 секунды до боя. Вары, у кого есть фляга, прожмете сейчас по команде до боя. Двадцать секунд. Это не последняя его фраза. Десять. Фляги можете уже нажать прямо сейчас. Фляги, все вары, фляги. 3 секунды, 2, 1. Не дамажим. Точно таймер. Все, можно. ГФПП. Дезвиш, кто может? Кроме... Имидж, стопни! Чуть-чуть. Наваху, унеси бомбу. Вижу. Там ЗС чуть-чуть. Хотя ладно, уже посрать. Короче, в следующий раз... Не успели. Кто? Рабл взорвется. Рабл взорвется. Пиздец. Ладно. Окей. Это мой косяк. Разбегайтесь за стены, кто успеет. Блядь. Печаль. Надо было реку, значит, сдать. Окей. Кому сдать? Да всем. И траблу, и любому.
Ну, как бы я думал, у тебя это уже продумано наперед все. Мы должны были убить, я не знаю, может кто-то не допрожался. Видишь, всего 2 секунд не хватило. Уедь, второй шлем. Надо звездочку стамина. Группы можем поставить, как были. Поставьте группу. Капитан Трабл, крест, сигнатуры, квадрат, Рамзес, луна, апперкот, рубин, 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 халло. А трусы Наваху. Нет, трусы Харачас, трусы Харачас. Трусы Харачас заслепает. Я же правильно вижу, она же одна стоит, никого я там не упускаю. Драконида же вроде одна. Вроде одна. Наваху по сигнатурычу, Лунтик по апперкоту. Вижу остров Пахало. Кто остался еще? По Рамзесу Гиптит. А череп уводим. Вот сюда, здесь его убиваем, капитана. Мы его должны помнить. Остальных драконов уводим вон в ту дальнюю. Вот в этот угол, и здесь их танчим. Первого капитана, потом заливаем драконов остальных, последнюю дракониду. Делаю РЧ. Заходите все, кто... Однокрока присоединиться. Снякер на пуле. Череп. Танки в проходе берут свои цели и ведут. Прохиливаем рейд. По крепесту потом.
бешенство снимите с креста. Мы же не просто так на то набрали, мы же не на мобах ее взяли. Также их туда же уведем, там они как-то получше убиваются. Крест Игнатурыч, Рамзес Рубин, Квадрат Хало. Трусы Харачас, а Луна Наваху. Друиды, вы вот здесь вот встаньте, залезете вот сюда. Чтобы, а то я вижу, Харачаса там прям продамажило, когда они побежали. Типа, когда основная пачка пробежит, вы выбежите и усыпите их. Так, танки здесь, а Хант нам сейчас напулит и уводим их на те же места. Можно пулить. Держите в слипе. Давай, давай. Сейчас стек я чекну, интернет нормальный.
Так, я тут. К сожалению, не дали. Заходим. Так, трабл тут, можно запурить драконину. В бачок его, как обычно. Тотемы не ставьте, те, кто пришел от рейд. Господа, да, без тотемов, пожалуйста. Оставьте их вот здесь, волочь, чтобы собой. И все, и не трогайте их. Можно пулить. Хант пул. Но если видите, что она в нашу сторону бежит, отходите. Хант, давай следующую. Не подходите вы туда. Надо было запулить дракониду. Пробежали. Запуливай. Я же просил не переставлять тотема, Антохер. Зачем ты его переставил? Череп, пул. Волоки их за собой теперь. Шаманку Уивин тоже переставил. Меня слышно, может быть, не было или что? Вернитесь назад, ставьте вначале и все. Да, отходите их и все, мы не отошли еще. Ставьте тотемы в начале. Идите. Вот этих орков давайте сюда. Дракониду первого. Прям захиливаем жестко. Роги не слакаем. Пробежали вперед. Сейчас будет драконида. Давайте запуливайте ее. Давайте в уголке отопьемся.
Тандокер не собираются отпиваться, ясно, пошли дальше. Трап передний, ага, вижу. Вперед, 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 роги. Идет шапка. Приготовьтесь пулить вверх. Трабл поближе туда. Ага, ага. Нормально. Запульте, помогите. Так, отобьемся, отобьемся. Смотрите, там орки рядом, все рядом, дракониды рядом нету, запульте их. Продвигаемся в уголок. Че, дебаф спадет, ага, можно запулить. Нет, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Да что ж вы парами-то ходите? О, а сейчас запуль, запуль. Ага, давай. Как они размянутся, запуливай. Вот можно. Давай еще одну. Вот это убиваем и вот с правой сторонки отобьемся, пробьем ее в ППшке. Она нам поможет в начале боя. Все, спадает дебаф. Пьем ману, восстанавливаем, ГФ ППшку пьем. Милики. Прям на фул отпиваемся. Милики занимаются уничтожением мелких волков.
А в босса не нужно запуливать со старту дамаг, то есть дайте прям секунд 5-6, короче, набрать агро. Сигнатурыч, ты набираешь агро вслед за траблом. Окей. Пожалуйста, милики, летаем только в сторону кастеров. Вглубь не надо летать. Так, ловушки. Угу. Опущено. На последний вас, скорее всего, босс заметит. Поэтому пошлите уже. Роги идут вперед. Вот этих давайте сейчас убиваем. Роги идут вперед, танк вперед. Опускаем ловушки. И кастерскую вон ту слева опустите. Ну все, погнали. По местам, ловушку опустили, молодцы. Можно дамажить начинать. Mortal Strike на трабле. Маги волков подлили. Mortal Strike. Рамзес, прям дышишь траблу. Сигнатуре аниме хилим. Беннетон. Рамзес. Алло. Рамзес. Рамзес. Отошли от входа, убрали тотем, отошли от входа. Я в смысле в танк аспеке, ну, вторым тоже, вторым третьим типа содержаться, я не намажу. Не вызывается окошко ставок с инвентарем и мелочи. Брал себе пока. Откуда, из монолита? Да, не открывается. Пошлите, дорезайте эту супрашку, зачистим. Погнали. Только вот этот аж вверх. Сейчас почистим, наверное, лут. Потом уже боссик. Или наоборот. Еще раз скажи. Лут после четвертого босса. Да, давай после четвертого. Угу.
Так, что за готовность? Что происходит? Все, все, зачистили здесь, хватит. Низ не надо чистить. Он потом вообще пропадет, по-моему. Так, Ахиллит вводит, а Ахиллита считывает Крока. Что значит, как первые разы? Вот здесь в проходе их задержишь, мы их запулим, танки вот сюда спрячутся. Так, Ахиллит отпит, и хорошо, отлично. О, точно, к балкончику не подходите. Да-да-да, все, сменили дислокацию. Сюда, здесь будем танчить их, короче. Не надо там бегать, не надо. Уйдите оттуда, где вы стоите слева. Арчифальт и имидж. Орче. Арчифальт био, ну ладно. Все, очухался. Арчифальт, уйди оттуда. Не туда, уйди. Вообще с той стороны уйди. Уйди с той стороны. К нам иди сюда, где мы сейчас все стоим. Сюда, да. Все, Ахиллит запуливает. Череп трабл заберет. Я еще чернокнижника не вижу, его по пути вижу. Накину. Техников не трогайте пока. Так, ясно, закидываем техников. Это все параша какая-то происходит. Что-то что не запул, то сложности какие-то у нас происходят. Череп Трабл, Крест Сигнатурыч, Рубин Рамзес, Хало, давай трусы. Сюда же выпуливаем их. Ахиллит выпулит.
Рубин. Мелики на трусы лучше. Имидж до лестницы. Имидж там вода, будет всякий. Песок, как обычно, мне отдаете все. А вообще имиджу скидывайте. Имиджу кидайте. Вот он. Пивбара пробафайте точечно. У нас стамина нет. Стамина дух. Так, на Трабле, Найтмэр, Китальф, Лунтик, Наваху, уже бегу. Остров, Обальд, Антохер, Крока, на звездочке стоите, хилите миликов. Брэйсом будем бафаться или нет? Нет. Так, Харачас, Гиптил. Кто у нас еще есть? Овальда называл. Саморез. Ваша цель будет всегда или Сигнатурич, или Рамзес. Я буду говорить, кого хилить, но вообще давайте так. Овальд, ты держишь всегда в цели Сигнатурича. Гиптил всегда держишь в цели Рамзеса. На откидывание, чтобы вы прям выбежали вместе с танками и хиляли их. Танки ушли, вы пошли за лосарь и сбросили стаки. Падамагу, не дуплим быстро, действуем аккуратно, осторожно. Танки будут оба выбегать, сжать таунт, правильно? Кого? Сигнатуры, Шрамзес оба одновременно, на случай резиста, чтобы хоть кто-нибудь взял. Плащи одеваем, плащи. Да, если что, там мы Shadow Resist разбафаем же, да? Бафаем Shadow Resist по всем. Ты какие вы группы бафаете, те и Shadow Resist вешаете. Не, ну если есть лишняя ГШППшка, можете выпить, она как бы спасет от задува в рейд, если он произойдет. Типа, ну, хилам достаточно, да, полезно будет ее пропить. Так, Дайверчи. Заходите там. Ладно, вижу, отпиваются еще. Так, Гиптил пьет. Да, заходите. Уже почти готов.
Вообще стоим, конечно, долго, много бафов проебали. Уже бегу, Антохер, Гептил. Что с тобой, Гептил? Гептил, на тебе есть. Сейчас дракон улетает, а танк идет трабл на свое место, хилы ищут позицию так, чтобы не ловить баф. Хилы, давайте целитесь в трабл. Нет, трабл, можешь вглубь даже еще. Давай еще. Да-да-да, прям. Не-не-не, да, ага, вот так. Есть плащи у нас? Вижу остров без плаща. Вижу остров на звездочку, трейд. Одевай. Все, разбежались по позициям. Чего вы на центре делаете? Он прилетит, сразу же вам просто дебаф повешает. Гиптил почему стоит, а не в лоб? Так, а ты хилов назначил, кто на старте хилов? Ну, конечно, назначил. Я просто не вижу, чтобы они стояли где нужно. Я вижу. Это главное. Летит дракон. Обальт, выйди, вот прямо сейчас трабла похилишь, если он продамажится, потом вернешь. Давай, давай, будь готов. Пока он его ставит, ты его подхилишь сейчас. Задув через 8 секунд. Пламени просто. 5 секунд юнит. Десять секунд рассечения. 4 секунды рассечения. Рамзеса хилим, Рамзеса. Все, трабл, трабл. Убежали. А, мили кто-то хилит или нет? Гептил, кого похилил, напомни. 10-9 секунд рассечения. Почему вы ловите, господи, задув? 2 секунды прожали. Сигнатуры еще хил. Рамзеса хил. Трабл забирай. Трабл. Трабл забрал. Крока теперь хилит Рамзеса. Крока. Рамзеса выделишь на задуве. Трабл упал. Сигнатуры ставит, а Рамзес будет убегать. Трабл готовится на рассечение его забрать и поменяться местами с Сигнатуричем. Как только Сигнатурич ловит рассечение, Трабл забирает, Трабл улетел. Аниме, аниме, поставь босса, аниме хилим сейчас. Сигнатурича хилим сейчас, Сигнатурича хилим. Сигнатурича хилим, Сигнатурич ставит босса, Сигнатурича хилим. Рассечение 7 секунд. Трабл его заберет в свой угол. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Трабла хилим, трабла хилим, хилим трабла. Вы рано ушли. Трабла, 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 хилим, хилим трабла. Имидж, зачем ты там стоишь? Ты же пламя словишь. Рассечение 8 секунд. Кто бежит? Сигнатурыч. Рамзе, Сова бегут. 3 секунды уже должны нажать. Рамзес, Рамзес, Рамзес. Трабл, трабл. Трабл, трабл забрал.
Наваху, Китальфу, Иннер. Карачас. До рассечения 8 секунд. 7. 6 секунд. Травла за хильте. Все хилят, травла помогают. Так, рассечение забрали. Сигнатуры чек хилим. Каст еще не прошел. Идет каст. Травл забрал. Травла захиливаем. Если у кого-то есть рекла, давайте. Десять секунд рассечения. Семь. Пять. Четыре. Сигнатурыч взял. Сигнатурыча хилим. Пошел каст. Каст прошел. Трабл забрал. Трабл забрал. Трабл забрал. Прохильте трабл. Трабл упал, имидж ставит босса, имиджа хилим. Рамзес поставил босса, Рамзес поставил босса, Рамзес поставил хилим Рамзеса. Рассечение 2 секунды, заберите кто-нибудь, рассечение возьмите кто-нибудь. Кто-нибудь. Так, трабл, 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 хилит, трабл, трабл, хилим, захиливаем трабл. Рамзеса хилим, трабл, хилим. Трабл, танки казнями из боевой. Добейте уже там. Танки казнями из боевой. И бабанулся с первого пула. Да, его сложно. Какой же он все-таки вредный. Сигнатурич, в самый ответственный момент, да, два резиста, нахуй. Он дело знает, нахуй, я тебе говорю. Имиджа поднимайте. Первые плечи. Эти первые плечи травлы, а следующие ДД. Если выходит, конечно. Так, а с мили с той стороны не было хилов, так и должна была быть. Вообще я не слышал. Он говорит то, что с той стороны не было хилов. Мы прыгали туда, направо, прятаться от стаков, а там некому было захилить. В итоге мы выбегали без стаков и без хп. Я же назначал хилов. Там, по-моему, хилы у нас еще, кстати, поумирали, а потом посмотрю по логам, что там случилось. Там брейд задуло. Вы прям почему-то очень жестко ловили дыхание. Вы неужели стояли вот здесь? Вот здесь дыхание ловится. Нет, вот здесь не стоял никто, кроме Хало, там минутку стоял, когда носил что-то, и я постоял. Больше никто здесь не стоял. Все мили стояли вот здесь за колонной справа, но там не было хила. Соответственно, они то там, то здесь кто-то пытался выйти налево, наверное. Хила просто не было, с самого старта его там не было. Я не знаю, кого там назначали, надо будет видео смотреть. В общем. Ну ладно, потом разберем, не важно. Оффлайн на минуту, проверю минуту. Я тоже буквально на минуту отошел, а потом начислю за бафы и после этого лут. Все отлично, дали интернет. Сейчас лут распределим, кто солит бафы, выходит, и идем дальше.
Имидж, если что, говори в войсе, что за шмотка, ну, типа, на кого, чтобы ребята заходили в случае чего. А, он отошел. Травл, может, выйдешь тоже? Ну, титанка, все дела. На хало Антохер. Травл танчит без метки. Я забыл, их под фришками надо, нет? Этих мелких нет, большого. Но... Мелких просто в сторону. Да, Трабл просто большого под фришки заберет там и в сторону его заберет. Сперва мелких убьем, потом большого. Если кто-то в начале оказался, плюсуйте за сумоним. Мелких тоже желательно развести, потому что они больно кривые для них. Сумоним, кто плюсует, сумон их. Бля, не нравится мне этот паксило. Вы не добежите, там супрашка не дочищена. Кого еще нет? Крока где-то там у нас. Где Крока? На звездочку давайте все собираемся. Быстрее. Трабл, в уголок этого большого поставишь, а мы... этих мелких там, вот, примерно там же, где они стоят, но не близко, чтобы с траблом было это все, чтобы левый спак не сали. Давайте бафы по-быстрому. Бафы раздали, отбились. Инту на восьмую. Жду, пока Наваху отобьется, и начинаю.
Все, пошли. Танки, хилы, давайте вперед, вперед, вперед. Череп аркан. Квадрат огонь. Синий дебаф от большого. Не вижу на ком. Был на трабле. Он увеличивает скорость атаки. Наоборот, все выше. Синий дебаф. Не факт, что это нам поможет, конечно. Ивба, мы будем левый чистить? Нам все-таки это трэш-лут как бы нужен. Ну давай. Топоры вдруг упадут. Да и не только топоры. Да, все. Так, 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 так. Да, и так пойдемте вот сюда немножечко. Танки вот здесь словите, там череп, крест, вот это вот все. Все прям стоит, стойте здесь, там немножко, только потом вперед подадитесь и все. Череп трабл, крест, сигнатурыч, Рамзес, трусы. Не, Рамзес, рубин, хало, трусы. Хилы у всех есть. А, так, 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 так. Хало, давай, или кто? Рамзес, Рамзес, давай. Вот здесь его потанчишь вместе со своим хилом. Рамзес с хилом со своим сюда. А, Тил, запулишь сюда рубин потом, когда... Все, всех остальных запуливает снякер и на звездочку вот сюда их. А хилита... Кто у нас? Кто у нас? Кто у нас? Лунтик, защитуешь Ахирита? А, все, погнали. Снякер пулит на танков. Все, на техников не отвлекайтесь пока что. Только крест нужно увезти подальше. Без огня выбегаем. Лунтик, Лунтик, посчитай, посчитай Ахилита. После чернокнижника подольем техников. Заливаем. Мелики, идите там рубин бейте и так далее. Руда.
А хилить не надо, агриться. Луну, Халору, Бин, Рамзес. Ресаемся, отпиваемся и вот сюда их перейдем. Техники вот там останутся, они вниз прибегут. А, и Хирит их там поводит. На техников никто не бегите, то есть в идеале мы должны убить локов, потом на техников переключить. Да уйдите вы оттуда вообще, просто уйдите. Вот за стенку уйдите, чтобы они к нам сюда побежали. Уходите, уходите. Давайте, давайте еще. Снайкер, запулишь? Не, а, да-да-да, ага, давай, давай. Выстрелил и побежал. Давай, веди к нам, веди. Самоубийца. А, Хирит, ну ты что думаешь, что вот сейчас сделал? Это нормально было, нет? Заливаем техников издалека. Заливаем маги техников. Причем здесь первый ранг, господи, ты по всем массовку дал. Все на тебя и сагрились, ты умер. У нас же нету больше фулл фрост магов. Да тебе дождаться нужно, пока они уйдут. Их танки даже не забрали еще, ты их уже переагрил всех вообще. Его не дракон убил, его просто убило всеми сразу. Просто все на него сагрились и все его сразу убили. Там не один дракон был, там вообще весь пак на него сагрился. Что столько много умерших лежит еще? Нигнает, Хало, чего вы их не рисуете? Трусы, Хало, Рубин, Рамзес. Че, может, вниз отведем? Давайте, да пошлите обратно. Сейчас вот вообще никто не будет там стоять. Все просто вот уходим на звездочку. Вообще все ушли на звезду. Вот полностью, все, абсолютно.
кроме снякера. И даже вот прям вам даже выглядывать туда не надо. Вот, вот здесь за колонной. Все, встали. Джики, и чё стоим? Пока, походу. Джики, обратно. Ахилит, твоя задача, когда техники будут подбегать прямо уже сюда, ты подбежишь, ты можешь прямо вот здесь вот стоять. Просто пойдешь и их заберешь. Снякер просто, давайте так, гиптил подсчитываешь Ахирита. Снякер на аспекте, да, пулишь и убегаешь к нам. Погнали. Рамзес, не надо туда бежать. Да куда вы все пошли? Все-все-все спрятались, ждем. Так, разобрали. Разобрали, увели. Так, сорвались техники. Надо заливать техников. Часть ушла в рейд. Выбегаем из дождя. Маги, давайте техников зальем. Так, сейчас никуда не убегаем, танки у меня к вам обратная, огромная просьба, просто не стойте вот здесь вот. Не надо здесь стоять, вы в лосе находитесь. Вот, спустились, все, здесь уже все хорошо. Не будем никуда их уводить, тут их разберем. Маги, наверное, лучше мы просто потом наверх забежим и техника зальем. Да, 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 вот здесь все хорошо, да. Вот тут все отлично будет. Ни в лоси, ничего. Так, маги изначально внизу, потом поднимемся и подольем, когда все метки разберут. А, заходите, кто. А, все, можно пули, снекер. Маги заливаем. Чё так много людей в техниках стоит? Ну чё творите?
трусы потом. Маги на рубин. Четыре вара бьют кастера, не могут сбить каст. У меня КД было, блин. Ну чё? Поднимаем, вешаем всех. Походу, рембота будем ставить скоро. Еще парочка смертей, и, пожалуй, будет пора. Если что, есть запасное с собой у меня. Вообще хорошо. На НЖ уже нету. На НЖ есть. Будем учиться, короче, дальше эти паки убивать. Посмотрим, как это намного удачнее сделать. Рубин. Рамзес, Луна, Хало, трусы, давайте имидж, имиджа шаман Квинхиль. Дайте стамину на Хало, пожалуйста. Бафы раздаем все, полностью давайте бафаемся. Элэма поднимите. Жду, пока хилы отопьются, и начинаем. Танки, наверное, где-то вот в этой стороне. Запулите сюда ханты. А мы магами, я думаю, техника сразу будем заливать. Череп стрельнет, а снайкер в рубин тил. Ну, ты побежишь, внимание на себя чисто отвлекать. Под щитом. Чтобы они в нас не пуляли. Гиптил, пожалуйста, сядь, подпей. Все, пул. Рубин Аркан. Медики на луну.
А, у нас техник еще один. Техника, техника, доливаем. Отпиваемся, Беннетон Рис. Так, ну у нас пока все шансы сегодня закрыть БВЛ. Тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу. Да. Отпиваемся. Череп Трабл, Крест, Сигнатурыч, Рамзес, Квадрат. Да. Напоминаю, дамаг со старту не начинаем лить. То есть даем время набрать танка Магро, потому что агро здесь набирается сложно. А вот того господина маленького заовцуем. Ахилит, твоя задача будет заовцевать. Ну, все отлично. Так, да, в принципе, танки сами запулят, да. Только отведите их. Ну, собственно, вот так вот будет. Разведите в разные стороны. Да, в разные стороны. Они знают. Вот, ближе вообще не подходите. Все, запуливайте. Дамаг не вливаем. Угу. Отошли назад, отходим. Пока что очень близко. Трабл крутится. Не дамажим. Ну не было же команды дамажить, а кнопка уже запулил. Разболты. Халло, хилим. Имиджа. Трабл. Все, трабл взял. Пожалуйста, внимательно смотрите за танком. Крест. А квадрат очень близко стоит. Вот крест можно слегка отвести направо. Все, ничего не делай, нормально так стоит. Нужно кому-то выучить выплавку в элементе. А Найтмэйр в МК возьми. Не-не-не. Ну, все, отпускай. Отпускай. Вот теперь бери. Так, отойдите, дракон летит. Дракон, все назад ушли, блядь. Все, сага, пиздец, охуенно, ложимся. Ложимся, чинимся. Чего ты стоял весь бой, Филипп, объясни. Я вот на тебя смотрел весь бой. Ты там стоял все это время. Для чего? Не надо убегать. Все в звездочку пришли, умерли. Все, ничего не надо больше от вас делать. Просто ничего не требуется, просто умереть.
Так, вставай, обольт, саморез. Там эсэсы были. И эсэсы, кто встал, давайте тоже. Просто все шаманам, всем шаманам не нужно вставать. Надо приберечь кресты, вдруг что. Все, резим, народ. Давай, два эсэса бы хватило. Пояс на хантов. Снякеру или Тилу? Снякеры, я так понял, АФК, подожду пока. Хорошо. Так, ну ставку увидел, снякеры жнется, потом еще раз. Кольчужные ноги шаманские. Наваху, а вы распределяли с Харачасом группы между собой? Ну, хорошо. Нет, все так, просто я смотрю, ты потеешь и решил поинтересоваться. Камни кому нужны, разбирайте. Пока шкурда есть. Так, артефакт тебе, да, нужно было изучить? Найтмайер. Сейчас я его загрю, не идите больше никто. Я веду, все хорошо. Веду. Идет медленно, ждем, пока придет. Кто-нибудь из пристов, просто берите его в контроль. Артефальную. Кому-нибудь еще? Выплавка элементия больше никому не нужна, правильно понимаю? Все, отпускаю, убиваю.
Одевайте плащи. Так, короче, я даю вам то, что меня сейчас все слышат. Крока. Так, на Трабли, Найтмэр, Китальф, Наваху, на Стигнатурыче, Лунтик, уже бегу, на Рамзесе, Гиптил, вижу остров. Че, еще четвертого танка поставим? Да, блядь, рекорда же нет. Давай я побуду. Хало, саморез. Че, починиться надо? Давайте починимся. Почему нет? Кто с инженеркой 300? Дайте мне трейд. Че, реально кто-то сломался? Что-то сомнительно. Да, ну, не так, чтобы умирали. Да? Еще поживем? Ну, да. Да, там половина должна быть минимум. Так, хилов распределил. Когда говорю на Трабле, на Рекорде, ой, на Сигнатурыче, вы знаете, что делать, нужно нажать таунт. Соответственно, так, получается, Хало и Рамзес, вы ловите рассечение. Сигнатурыч, ты вместо Рекора сегодня. То есть ты в курсе, как дебаф работает босса? Да. Он кидает на танка, и в этот момент второй танк должен перехватить. Ты второй. Потом Страбл с себя перехватывает, так вы меняетесь с другом постоянно. На ринг бафе ловить будут Рамзес и Хала. Ну там, как правило, к середине боя начинается путаница уже, и просто ловят тот, кто ловит. Но, надеюсь, без путаницы обойдет. Харачас, помогай по Хало и Рамзесу. Так, отлично. Хилы, РДД, пошли, спрячемся. Угу, танки идут на позиции. Так, танки здесь, снайпер. Угу, все, снайпер пошел запуливать, все, сейчас произойдет запул. Запул произошел. На Трабле. Нормально. Почему себе? Хорошо. На Сигнатурыче. Рассечение 6 секунд. На Трабле. Нормально. Забирай. На Апперкоте. Нормально. Трабл, держи. Блять, да прохильте! Сигнатурыча, почему не прохиливаете? БР сигнатур на Трабле. Снял. Хало хилим. На Трабле. Антохер, помогай хилу Сигнатурыча. Рассечение сейчас будет. На Хало. Нормально все. На Трабле. Сигнатурыч, прохиливайте. На Сигнатурыч. До рассечения 5 секунд на Трабле. Натурыч. Хало. Трабл танчит. Все очень плохо. На Хало.
Заберите с кого? На Рамзесе. Какая там Бинг Баффет? Ара, сигнатуре станчит. Бинг Баффет, 6 секунд. Словил, нормально. Корабль забирает. Кто-нибудь уже. На сигнатурыч. Трабл. Вот трабл забери. Блять, значит любой другой танк прожимает. Рассечение 5 секунд. Амзе забрал, нормально. Сейчас стоит. Трабл. На трабле. Рассечение 10. На Трабл забирай. Трабл забирай. 5 секунд. Рассечение. Рамзес забрал. Рассечение словил. Все. Танки. Этот, судя по всему, на трабле. Сигнатуры. Алло, пожалуйста, не надо меня перебивать. Я на автомате говорю. Резаем, кто там павшего. Капец, два раза просто по мане высох, пока мы его били. Ну да, не быстро, мягко говоря. Да. Там был резист, да, был, получается, там? Ну, резист был, да, видимо. Алло, Ром, надо было тоже определиться, кто если что страхует их. А то я боялся нажать, что это будет, блядь, рассечение. Шаман Куин, не надо бегать там, пожалуйста. Вот успокойся, прошу тебя. Перчаточки без приоритета. Сигнатурыч у нас теперь будет сигной. Очень долго сигнатурыч произносить. Что там происходит? Да у меня два пристания на те перчатки ставки сделали. Они же абсолютно разные. А, в смысле, там еще вообще тканевые есть, прям с духом. Да. Еще. Можно дальше пока. Давайте на позиции. Давайте вот здесь спрячемся теперь. Тут тоже нормально. Снякер первый, Тил второй, ты в прицеле третий. Напишите, пожалуйста, плюсики, что услышали меня. ГФПП здесь не нужен. Все, отлично, молодцы.
Арче даю. Угу. Аватара зашел. Саморез, что с тобой? Саморезище, где ты? Саморез появился. Так, танки на позиции. Так. А, окей. А, все, снякер, иди. Агро даем набрать. Прохильте. Снимайте. Ну, речь снимайте. Ну, где? Бешенство еще раз, следующий стрельник. Блять, любой хан просто. Костыри, танкшот! Еще раз танкшот, следующий лучше. Резисты, я так понимаю. Бешенство снимайте. До рассечения 8 секунд. 4 секунды до рассечения. Бешенство сняли. Бешенство сняли. Бешенство сняли. Бешенство снимаем. Рассечение 7 секунд. Бешенство сняли. 5 секунд. 3. Чё, ханты, резисты были? Не бывает там резисты, только промах, если у тебя нет капа хита. Кап хита у тебя обязан быть. Я к тому, что они не попали. Они не могли не попасть, только если у них капа хита нет. Это же не мелики. Блять, если не было, почему столько много бешенства не снимали долго? Так, что... Кто первый снимал? Первый снякер, второй тил, третий ты в прицеле. Может, залагали. Без приоров. Так, отпиваемся. Даю Эрче. Джаги, Топеркот, аниме. Джаги, Топеркот. Топеркот. Без него. А, Рамзес, твой квадрат.
Также разводим, также дамаг не вливаем со старта. Перед танками не находитесь рядом. А все, танки идут, ставят. Не дамажим. Можно. Разведите их чуть-чуть в разные стороны. Череп и крест очень рядом. Вот сейчас вот. Сейчас да, нормально. Квадрат убегает. Три. Не дамажим, что квадрат. Да проверялись. Каен, стоп, не топи, все. Там не в этом сам. Он агро сбрасывает. Он станет танком и сбрасывает агро, как таймлапс. Я только в одну цель. Апперкот, Азоха, нарез. Апперкот здесь вообще, напиши. Ты вернулся? А, здесь, здесь видно, что здесь. Так, песок мне сдайте, кто не сдал еще. Звездочка стоит. Снайкер оставь себе. Снайкер, оставь себе две штуки, нормально. Нормально, еще две оставь, хорошо. Сигнатурыч тоже. У тебя сколько есть вообще? Это все твое, Сигнатурыч? Да, больше нет. Ага, нормально, оставляй себе. Себе, себе, себе оставляй. Лунтик тоже можешь оставить одну. Еще. 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 Плащ здесь можно поменять, да. Еще. Инту Зохана дайте. Трабл Соха песков на тебе. У тебя есть. Убери Нетмейр. Ну, нормально. Еще на. Так, 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 так. На Лаху есть песочек хоть один? Давай дам, где-то есть. Так, что мы пробуем на этот раз? Смотрите. Сейчас распределимся. Итак, для начала. Трабла хилят. Китальф, Найтмейр, Наваху и уже... Нет, и вижу остров. Вижу остров, Китальф, Найтмейр, Наваху. На звездочку сбежите, сбегитесь, пожалуйста, чтобы услышали все, все хорошо у вас.
Харачас, подойди ко мне, где ты есть. Давай, один не помешает. Ханты, есть песок? Еще раз я провтыкал. Ага, ты в прицеле. Ага, нормально. Так, на звездочку все кастеры, все остальные хилы. Давайте погнали ко мне просто. На звездочку сбегаемся, кроме тех, кого на танка назвал. Что мы делаем? Мы, когда босс сагрится, мы перебегаем все в сторону миликов. Вот. И мы будем вот здесь тусоваться теперь. Так, я останусь в хило-танковском кемпе. Буду там с них проклятие снимать, помогать. Далее. Все хилы вообще, да-да-да, все хилы уйдут туда. Соответственно, сигнатурыч у нас ОТ, сигнатурыч набираешь агро за траблом с дуалами. Главное переключи потом, когда ты его будешь танчить, если у нас будет таймлапс. Услышал меня? Да. Хорошо. Так, милики все там же сзади тусуетесь. Чё, почему мы это делаем? Почему мы кастерами всеми перебегаем туда? Чтобы, во-первых, более эффективно снимать всякие проклятия и всякую дрянь. Во-вторых, чтобы у наших миликов драгоценных всегда был ВФ. Винфьюри. Прям по КД шамана ставьте, чтобы он был. Соответственно, вы там в своих кемпах просто очень массово снимаете проклятие, всю эту гадость, болезни и так далее. Магию. Очень надо быстро снимать синюю магию. Прям приоритет по хилам. Лунтик, ты знаешь что? Ты тоже останешься в танко-хило-кемпе. Будешь помогать здесь снимать с хилов, чтобы... Ну, дисплеить, ты понял. Ну и потрабуйся, что поможешь. Так, на сигнатурыча будет хилить, получается, Харачас, Обальт, уже бегу, Крока, если что. То есть, если будет таймлапс, вот эти вот ребята хилят сигнатурыча. Вроде все. Еще раз напоминаю, на таймлапсе что мы делаем? Выбегают все на таймлапсе под таймлапс, кроме хилов и хантов. Лунтик на трабле поддерживай, пожалуйста, снятие болезни и диспель постоянно с него. Хорошо? Прям это твой приоритет будет. Ага, хорошо. Еще раз повторяю, на таймлапсе. Я говорю, таймлапс. Все выбежали, словили таймлапс, кроме ОТ, хилов и хан. Обальт нет. Обальт, ты там в милишниках тусуешься. Почему? Потому что ОТ тусуется тоже в мили-зоне. Поэтому, когда ОТ побежит забирать босса, в случае чего, ты выбежишь тут проворно и его... В принципе, все. Охилиться всеми в мили-группе. Так, все, все свои задачи поняли. Давайте на звездочку, чтобы вы тут перед боссом не маячили. Как босса запулим, перебежим. Смотрите, первые дыхания, то есть нам нужно будет очень быстро сориентироваться. То есть мы поймем, если будет таймлапс, чисто по косту. Просто вы должны будете готовы выбежать под таймлапс. Это ваша задача будет прямо с нами. А так все остальные дыхания лосы. Да, Юрче. Ну, вот как ты его танчил? Вот так примерно ты его танчил. Как танчил, так и танчил. Да, ничего не меняй. Так, аскетыч уже на готове, отлично. Сигнатуры, все, иди к медикам.
Не, не туда. А, да, да, туда, туда, туда. Так, все, запускай собачку. Собачка вышла. Активно, активно снимаем всякую бяку. Бешенство, первый снякер. Ханты, вы знаете свою ротацию. Первое дыхание 8 секунд. 3 секунды до первого дыхания. Залосали. Пока что залосали. И скажи, выбежали, 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 выбежали. Сняли бешенство. Сигнатурыч не доиграл. Трабл забрал. Бешенство. Бешенство. Дыхание залосали. Бешенство. Бешенство, ханты, что вы творите, блядь? Десять секунд до таймлапса. Бешенство сняли. Выбежали под таймлапс. Выбежали под таймлапс, кроме хилов и хантов и ОТ. Сигнатурыч взял. Бешенство сняли, ханты. Трабл забрал. Бешенство сняли. Залосали дыхание, залосали дыхание, залосали дыхание. Лос дыхание. Лос дыхание. Прошло дыхание. Бешенство сняли. Таймлапс 9 секунд. Бешенство сняли, выбежали под таймлапс. Таймлапс. Трабл с резистил таймлапс. Угу, увидел. Бешенство сняли. Дамажим. Бешенство сняли, залосали дыхание. Залосали дыхание. Идет каст. Каст про... С аниме снимите, три дракончика было, увидел. Бешенство, бешенство. Очень поздно снял. Таймлапс 9 секунд, выбежали. Бешенство сняли. Выбежали под таймлапс. На снякере. Сигнатурыч, ты где? Словил таймлапс он. Я в стане был. У тебя фаза 2. Фаза 2. Бульсты отдаем. Бешенство снимаем. 7 секунд, сейчас будет дыхание. Залосали дыхание. 7 секунд. 7 после секунд. Дыхания или клуб? Раз прошел. Реклу, дамажим. Саперкота снимите. Джагида. Все хорошо. Таймлапсик. Да ну, два. Да то вот. Веселуха. Mm-hmm.
Так, напоминаю, прошлые штаны уходили при стул. Эти шаманы-друиды. У нас там подюжа лут киснет, пацаны, нет? Имидж проверить пусть. Он же раздавал. Все нормально. Сейчас вообще весь лут поделим. Времени много. Ну, по-моему, брасы уже у нас там давно лежат. 24 минуты на них. Так. Да, перекурим. Пока лут раздаем, перекурим 9 минут 8. Нет, все-таки перекурим или лут? Это... Лут. Ну, лут, ну, да, лут. Потом лут получили, потом перекурили. Время есть. Давайте. Брасы на хит. ШП шаман. Ну, подводим, здесь их заливаем. Они убиваются, ну, даже не выходя из двери. Да, но смотри, в чем дело. А, если я понял, третья магами... фаза, да? Ты это имеешь в виду? Да, если нам магами сейчас встать сюда, изначально, да, отдельно ото всех, то они на нас поведут. Справа компа. Можно, конечно, отблинковаться в это время. И свести их в одну точку. В принципе, подмага стекла скол, это будет неплохо. А куда они вообще бегут, если мы, допустим, мы около правого выхода вообще не будем стоять? Куда они будут бежать? На рейд или... На хилов, Ром. Они первоначально цель МТ, поскольку его хилят, они пиздуют на хилов. Тогда давайте так, мы просто все толпой, все 40 человек стакнемся вот сюда. Вот прям вот сюда. Вот все, здесь прям вообще все. Артём? Сейчас я говорю, секунду, подожди, пожалуйста. Окей, жди. Плащи наденьте. Надеваем плащи. Так, Ром, где? Вот здесь, смотри. Они просто все сюда побегут, и мы здесь их будем принимать. Кливать, все это заливать и прочее. А хилы тоже здесь деньги. Здесь же все тотемы и прочее. Подожди, ты всех сюда хочешь свести? А, ну а какая разница? Ну смотри, если они здесь будут, то на третьей фазе они просто всей толпой вот так вот побегут прямо туда сразу. Они же не побегут на магов. И можно будет их всех залить. А опасно, если они будут на двумя... Смотрит. Не понял, что еще раз? Ну опасно все это, опасно. А там не опасно? Там менее... А чем? Где там? Вот здесь? Да. Или еще дальше? Да, плевать, в принципе. Где угодно. Ну, вот здесь вот. Чем здесь лучше, чем здесь хуже? Я тебе объяснил. Мы их здесь зальем, и они все побегут общей пачкой. Вот такие сбежались и побежали вот сюда, в сторону хилов. Ну, а разница? Они так и так побегут с этой стороны. Просто здесь будет проще, они будут более кучно, и таким образом мы можем их более кучно залить водой святой. Когда все это будет по ноточке. Ну давайте попробуем, страшновато, ну давайте. Значит, плохо, то, что все маги будут стоять в рейде, они хилов не зашифруете там. Маги вот здесь будут стоять, вот здесь маги, вот звездочка. Маги стоим вот здесь. На второй фазе. Мы никого не зашипаем здесь. Маги поняли, да? Где мы стоим? Да, вижу, что поняли. Да нас не надо хилить, нас даже не продамажит. Да, да, за эту колонну. Так, давайте. А, все, решили тогда, что всех пячем прям тут в уголку. Окей, давайте пробовать. Тогда на группы не разделяемся. А каток, снякер здесь также повешаешь. И каток вот здесь где-то тил повешаешь. Тил, каток вот здесь поставишь, где я бегаю.
Все, и мы их пячем, и вот здесь вот стараемся их убить, в уголку всех собрать и убивать тут. Так, все хорошо вроде. Тактики. Новички, кто у нас? Вежеостров. Это не важно, окей, нормально все. Плащи одели все. Даю РЧ. Это означает, что вы одели плащ. Сигнатуры, Зохан. Сигнатурыч вышел куда-то. Захожу. А можно сумму? Сигнатурыч, сумму. 30 секунд ушел буквально. Меньше. Танишки хиловские. Шаманы друиды. Часик. Так, я тут. Заходим, заходим, заходим. Я запускаю. Запускаю. Запустил. Беннета не нужен. Прохиливаем рейд активнее. Будет время отпиться. Креснуть. Креснуть нет. Нет. Не, ну если кто-то один ману посейвит, он порезает. Ну, по крайней мере, одного человека. Сильно больше здесь урона по рейду идет. Бары, ловите прибегающих. Не нужно стоять там внутри. Из бара похитите. Еще 10 мобов и сядет. Очень жестко, мы так больше не будем делать. Угу. Да, здесь из пиздейшн. Каток в туннель может? Уже бегу, нужно будет резнуть. Антохер резнет, уже бегу. Я могу встать с креста. Я просто сейчас... Давай с креста. Два моба и прилетит. У нас больше, чем два моба. Фаза 2. Пиздец. Попробовали тактику. Доливаем, доливаем, доливаем. Трабл, трабл идет ловить хилы, его тоже идут ловить. Отпиваемся, садимся, как только можем. Просто сели, отпиваем.
сели, отпились, пьем, 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 пьем. Бинтуйтесь. Все, трабл берет, берет трабл, берет трабл. А Наваху, Китальфа, лес. Все, все, не надо. Так, все, маги отбежали в свой кемп. Наваху, снимай с трабла, проклятие. Сигнатурыч правее. Наваху, Иннер, Китальфу. Трабл чуть-чуть влево, чуть-чуть, чуть-чуть прям. Да, да, вот. Варя! Захиливаем все трабла. Трабла прохиливаем. Треморы, треморы по КД ставим. Обновили треморы. 5 секунд вас купил. На Китальфа был Иннер. Харачас, кто на ваху? А, был, окей. Опять воровский? А, нет, Локи. Локи, залили, залили инферналов, быстро залили инферналов. Милики отвлеклись. До фера 8 секунд. Где эфир? Есть таймер нормально. Ханты. Сейчас будет эфир. Вижу остров. Ставил тотем уже? На ману. Треморы, бахнули треморы. Враги. Святую воду достаньте там на панельку или сумочки откройте. Готовьтесь уже. Сигнатурыч, Трабла Бэр. Сигнатурыч, Сигнатурыч набирает агро, никто не дамажит. Сигнатурыч хил. Сигнатурыч ставит босса, Сигнатурыч хил, Сигнатурыч хил. Друиды, друиды. Класс кол друида. Трабл набирает агро за Сигнатурычем. Беннетона хилим. Тотемы сбиваете, милики живые. Ладно, это вайп, ложимся. Вот и наш первый вайп, поздравляю. Говнотактика, больше не будем так делать никогда. Мы же не из-за этого сейчас вайп нанесли. Из-за этого. По мане, да, серии вы? Конечно. Ну да. На второй фазе было 0 маны у всех вообще. И не все успели отпиться, даже сесть. Вставайте все с мостов, там, со всего прочего. Зачем все один станет, то есть, ну, лучше файт или... А, ну да, согласен, правильно. Были СС-ы на хилах еще каких-то, вставали уже? Да? Были, но я не знаю, вставали или нет. Вижу остров, ты вообще меня слышишь в войсе? Я не услышал, ты мне отвечал, проставил ли ты тотем на ману. Окей. Че, Билл, отойти? Да, конечно, у нас 15 минут есть или 10 плюс. А, точно, уже не сразу. Ну.
Зохан куда? Я то ли пропустил, то ли не изначально. Зохан, не знаю, давай налево. Давай. Малых направо. Поменял. Так, ты в прицеле направо. Дикий Залищ лево. Не, Дикий Залищ, иди направо. Норм, иди направо, Дикий Залищ. Тил, мы тебе не будем давать плащик. Нам нужно, чтобы ты умер. Я на полном серьезе это говорю. Так, все собрались, все хорошо. Так, я сейчас запускаю ханты. Так, Снякер слева, ты в прицеле справа. Ловушки поставить. Все, пошел запускать. Запустил ловушки. Не-не, ловушки не там поставили. Почему ловушка вот стоит прям просто посреди комнаты? Чья это? Все, погнали, могу убить. На входе ловушки ставьте. Что с Халой, я так не понимаю. У него плащ не тот. Красава. Можешь поменять? Нет, не сможешь. Ну, там дыхание раньше. Пусть тогда хан через ФД меняет, может. Кстати, да. Мыло поставь в этот лужу. ГШВП не спасет вообще никак. Просто не спасет ничто, кроме плаща. Если что, я не в курсе, когда там плащик. Надо бы овашку пошарить. А где-то уже скоро. Да, буквально ближайшее. Пару мобов и все. По ощущениям, где-то уже рядом. У меня 20 из 42. Соответственно, сейчас где-то 40 из 42, на самом деле. Фаза 2, все. Добиваем мобов, отбиваемся. Трабл идет уже ловить, и хилы тоже его идут ловить, босса. Все, серию попили. Бьем. Трабл идет, хилы его идут с ним. Отбиваем. Маги, на звездочке будем дамажить, чтобы, если что, быстрее за колонну убежать. Лол, меня подняли. Блять, зачем? Не дамажим сейчас никто. Треморы ставьте по КД. Прохиливаем трабла. Давайте, можно понемногу. Найтмэр, Китальф, Наваху, уже бегу на трабле. Антохер тоже. Треморы, ОКД, маги ушли. Ушли маги быстро. С трабла декурс. Декурс трабла. Друиды декурс. Кто, блядь, не ушел из магов? Сигнатура еще декурс. Кто, блядь, из магов не ушел от трабла? Все, маги кончились.
Так, стопнули дамаги. Только трабл сейчас дамажит. Все остальные с автоатак просто. Трабл, левее встань. Дороги уже все мертвы. Треморы по КД. С IQ Джагида можно бернуть. Джагида. Инферналы. Инферналы, маги помогаем. Маги в свой камп. Ханты. Пластхол ханты. Треморы. Вы забываете ставить треморы. Хилим, хилим, трабла. Захильте трабу. Вижу остров, ману заливал уже. Так, шаманы, милики все отвлеклись на тотемы. Все милики отвлеклись на тотемы, кроме танков, естественно. ВФ в первую очередь. Вары, вары, дебаф, захиливаем трабла, жестко захиливаем трабла. Все хилят трабла. Все хилят трабла. Жрите руны. Декурс трабла, быстро декурс трабла. Наваху или Харача, Синер на Китальфа, кто даст? Друиды, кто даст иннер на китальф? Жрецы не хилят, жрецы не хилят, только ренью. Только ренью и щит. Выхилите травла, все остальные хилы, кроме жрецов. Готовьтесь, скоро будет вторая фаза, скелеты. Фаза 3, идут скелеты, нову магия, дали. Все скелетов дамажим. Святую воду. Где ваша святая вода? Ну, понятно. Что такое с вами сегодня? Кто из пристов хилил танка? Там это фигня, там всего 3 дебафа было, это не то. Проблема была в том, что тупо не дисплеили его минус хил. Он умер под минус хилом, не с декурсией. Почему ты не мог его декурсить? Потому что не было шамана. Ну, харачас же еще есть.
Ребят, давайте убьем уже. Что такое? За 2 РТ мы на нем вайпаемся. Вот только впервые. Это несерьезно. Поменяй самореза, добавь его к друидам. Я не могу самореза добавить к друидам. Могу только к саморезу друида добавить. А разница? Просто... Большая разница. Разница чтобы есть. Было. Наваху дает иннер только на Китальф, больше ни на кого. Харачас дает иннер на Найтмейра. Поставьте плюсик.